Самое жуткое место в Уфе. Уфимский заброшенный абортарий. В общем, здесь, говорят, обитают очень много призраков, которые вот ночью лучше не ходить. Здесь на заднем дворе, говорят, хоронили девушек, которые умирали при родах. Я чувствую, несет свою такую ужасающую энергетику. Сейчас мы обходим здание, чтобы подняться наверх. Там. Вот этот задний двор. Дальше туда идти прям вообще нет желания. Сейчас поднимемся наверх. Здание внутри. У меня сердце колотится. Да, и оно сгорело. Наверх, смотрите, какие прогнившие деревяшки. Все доски уже прогнившие, все прогнившие. Идем в соседний. Все очень опасно. Да. В общем, ребята, оно находится никак не в Александровке, как мы до этого думали. Мы туда приехали, объездили всю Новую Александровку, заброшенный город. А это здание находится немножко в другом месте. Пишите в директ, в Инстаграм, чтобы... Ну, я вам напишу, там отвечу, где оно, кому интересно.